Фрейд, оказывается, сражается не за то, чтобы победить, а за то, чтобы выжить. Спасибо журналу «Экономист», сообщил нам, за что тут сражается Украина. Мы же сами-то не знали. Но ерничать над статьей журнала «Экономист» долго не буду. Наоборот, попытаюсь использовать ее для раскрытия ситуации на фронтах, раскрытия ситуации на войне и о наших и западных перспективах, и российских тоже. Ребята там в «Экономисте» все свели-то в серьезный достаточно материал, пусть отчасти для нас неприятный, но оставляющий надежду и на победу, но и предупреждающий, что никакая победа пока даже близко не достигнута, и не надо слушать западные торжественные реляции. И вообще, этот материал, эта статья, которая так и называется, «Ukraine is now struggling to survive, not to win», то есть Украина сейчас борется за выживание, а не за победу, этот материал скорее много говорит о западном мире и о его готовности противостоять террористам из России, Ирана, Северной Кореи и других стран. Спойлер, не готовы, западный мир не готов, в смысле не готов материально, физически, не морально, не в смысле там не готовы сражаться, биться, драться, нечем, руки пусты. Вот что, с чего начинается статья, значит, «Экономиста», с того, что после 970 дней войны Ллойд Остин, министр обороны США, приезжает в Киев и говорит, примерно следующее, Путин не достиг ни одной стратегической цели в Украине, Москва уже никогда не сможет управлять Украиной. Но дальше говорит, дальше пишет «Экономист», обратились мы к его коллегам в Пентагон, обратились мы к западным официальным политикам и даже к некоторым украинским командирам. И у них сейчас растет озабоченность по поводу того, куда движется наша война. Потому что 6 месяцев подряд Россия действительно продвигается. На Донбассе в основном, конечно. Значит, что? Украинские силы, да, удерживают Покровск. Это я, как сказать, даю общую картину, потому что без «Экономиста» я же не могу ни на что опираться. В Купинске россияне пересекли эту самую реку Оскол, и поэтому, или нет, «Troops have cut Ukrainian's formation into...» наоборот, рассекли нашу, извините, группировку, которая обороняется вдоль реки Оскол. Дальше, в Часовом Яре россияне смогли форсировать канал через Северский Донец, который они штурмовали 6 месяцев. Ну, смогли, понятно, захватить Угледар, про это мы знаем, и все вокруг разрушить. И продвигаются на Курахово направление, в двух направлениях одновременно на Курахово. В Курской области, внутри России, по сообщению «Экономиста», половину территории россияне смогли отбить. Ну, последний тезис, я бы усомнился, почему наши ведут мобильную оборону, то есть там нет линии фронта. Поэтому что там считать, какую площадь, совсем непонятно. Это такое движение по разным лесам и другим точкам с уничтожением российской живой силы и техники. Ну, наши, конечно, гибнут тоже, но цель – измотать и уничтожить противника. В то же время, говорит, да, это все далось России огромной ценой. Это «Экономист» тоже признает. 600 тысяч убитых и раненых. Причем только с начала этого года 57 тысяч конкретно убитых россиян. Да, говорит, россиянам все это дается нелегко, но ведь они движутся. Они движутся. И несмотря на новые законы о мобилизации в Украине, людей начинает не хватать. Западные партнеры, как пишет «Экономист», я не знаю, действительно предлагают снизить призывной возраст, возраст мобилизации, сделать его ниже, чем 25 лет, ну а дальше демографический кризис и так далее, и так далее. Дальше ссылается «Экономист» на эссе Джека Ветлинга из Royal United Services Institute. Что такое Royal United Services Institute? Вы, наверное, знаете, РУСИ сокращенно. РУСИ так смешно звучит, как будто русский, да? Это тот самый институт, британский, королевский, где выступал Залужный, наш бывший главком. Что говорит этот самый РУСИ? Что из-за того, что у нас не хватает средств ПВО, то Россия на линии фронта использует успешно планирующие бомбы, ну то есть КАБы, бьет дронами вглубь, то есть по украинской артиллерии наносит удары, и наступает маленькими подразделениями, чаще всего на мотоциклах, даже а не на танках, потому что танки слишком большие, их слишком легко обнаружить. И вот дальше что происходит, как пишет этот человек. Он пишет следующее, что так как у Украины меньше артиллерийских снарядов в два раза, чем у России. Заметьте, кстати, хорошая тенденция. Раньше про нас говорили, 1 к 10 мы проигрываем. «Экономист» 2 месяца назад писал 1 к 2,5. Сегодня «Экономист» пишет уже 1 к 2.
Эта тенденция совсем неплохая к балансу в артиллерии. Но пока у россиян в два раза больше, то чем меньше у тебя артиллерии, чем меньше у тебя бронированных средств, тем больше ты вынужден использовать пехоту. Соответственно, больше убитых и раненых. Вот такая у нас сейчас проблема образовалась на Донбассе. Дальше это экономист, это не русская пропаганда. Он смотрит и на обратную сторону. Обратную сторону этой медали. Да, говорит, у России свои серьезные проблемы. В следующем году Россия потратит треть денег национального бюджета на оборону. Сразу скажу, это они недооценивают. Это в этом году. Что-то я не знаю, где они такие цифры брали, потому что вот вчера Вашингтон-Пост писала про 40% бюджета, а не про треть. И, ну, как бы, а в прошлом году точно было 33%. Инфляция, которая в несколько раз превышает официальные цифры. Вчера мы видели, что Зимбабве уже позади, можно сказать. 20 с лишним процентов инфляция, тут уже даже Путин признал. В 2025 году российские обычные семьи уже почувствуют экономическую боль впервые, сообщает об этом экономист. И, есть уже действительно настоящее волнение, как доказывают разведки среди матерей военнослужащих, других родственников и так далее, которые понимают, что их детей послали на войну, и так далее. Сегодня, кстати, один из таких случаев осветим. Вот, поэтому Россия продолжает использовать свою жестокую тактику, которая приводит к огромному количеству погибших россиян. Привлекли вот северокорейцев на Курский фронт и оказывают тяжелое давление. Значит, дальше, смотрите, вот такой баланс у нас. У нас все плохо, тяжело, у нас гибнут люди, нам некем воевать. У россиян все не очень хорошо, у них гибнут люди, им более-менее некем воевать. И дальше говорит, что вот интересная мысль, это как бы госпожа Латыниной вдогоночку. Помните, она говорила, все, сейчас будет прорван фронт, и Украине конец. Но что пишет экономист и военный специалист, на которого он ссылается? Что даже если россияне где-то прорвут фронт, они не смогут этим воспользоваться, где бы они ни прорвали фронт, потому что у них нет резервов, которые могли бы туда пойти и как-то там воевать. Вот и все. Поэтому, в общем, по сути, пишет экономист скорее о некой безвыходности того, что происходит сейчас на войне. Но дальше, куда это все ведет дальше? Да, пишет они, кризис в России продлится очень долго. Вот этот кризис из-за того, который связан с военной экономикой. Потому что у россиян заканчиваются советские запасы, и за счет которых они и пополняли до сих пор там артиллерию и так далее. Да, Европа производит всего 1 миллион снарядов в год, а Россия, как они пишут, в 3 раза больше. Хотя что-то в 3 раза больше я не верю, потому что если 3 миллиона за год они выстрелили, и из них 1,5 корейские, то куда они дели тогда все российское производство? Сомневаюсь насчет 3 раза больше. Но факт в том, что больше они производить-то особо не могут, им больше как бы брать негде. Видимо, что они со складов брали такое количество снарядов. Плюс, пишет экономист, 800 миллионов – важный фактор, который дает сейчас Пентагон нам на то, чтобы мы производили свои собственные дроны. Вот. Дальше. То, что Россия призывает в месяц 30 тысяч человек, берет дополнительно на войну, это не поможет им решить никаких проблем на фронте. То есть не поможет решить свои задачи. Вот такой вот анализ. Россия не может воевать бесконечно, говорит экономист. Но в то же время Америка, Европа и Украина опасаются, что Украина сломается раньше. Ну, то есть сейчас вопрос в том, кто раньше сломается. Украина, у которой не хватит людей, или Россия, у которой не хватит людей, денег и еще чего-нибудь. Вот так. Раньше мы пытались, как пишет экономист, использовать наше наступление, чтобы лучше вести переговоры с Россией. Сейчас получится хуже, но это уже такое совсем мнение экономиста. Но что самое для меня главное, это вывод, что, по мнению экономиста, под вопросом, а есть ли у Запада достаточно вооружений, достаточно производства и так далее, чтобы поставлять и дальше в Украину. Не оголит ли это, как считают некоторые в Пентагоне, другие фланги НАТО? То есть до чего, называется, докатился, сука, этот мир? Простите меня за выражение. Америка сомневается, хватит ли у нее собственного оружия, чтобы противостоять кому? Российской Федерации, Северной Корее и Ирану. То есть не китайцам, как они с китайцами воевать собираются. А повторяюсь, чтобы вы не понимали, это был весь список. Российская Федерация, Северная Корея, Иран. Огласил, пожалуйста, весь список. Они сомневаются, есть ли у них такое оружие. Чему я все это говорил? Ну, описал ситуацию на фронте, чтобы
Я не могу опираться на обрывочные мнения из Телеграма, не могу тем более опираться на данные из России. Наш штаб, естественно, сообщает мало чего и правильно делает, я всегда это поддерживаю, эту тишину. Поэтому я эту статью вам и рассказал всю как есть, в ролях и в лицах, чтобы вас потом в нее не тыкали и не говорили, что все потеряно. Нет, статья не о том, что все потеряно, статья о том, что сейчас переломный момент, что он действительно сейчас, что вопрос, сколько лет это еще может продолжаться, и что пора Западу как-то ускориться как бы в поддержке Украины, если Запад хочет, чтобы мы победили, а не Америка потом проиграла Северной Корее эту войну. Извините за утрирование, но это вообще не утрирование. Раз у них нет оружия, то как они собираются все это исправлять? Ну а что делать нам, обычным жителям Украины, в такой ситуации? Ну, только одно, правильно? Только одно. Поддерживать тех, кого можем поддерживать, и поддерживать себе боевой дух в самих себе. Поддерживать тех, кого мы можем поддерживать, мы этим регулярно занимаемся. Вот мне даже прислали, видите, я сегодня не случайно, да, котик в этой футболке. Котик, прочитай, что здесь написано. Здесь написано «Фетельман», а вообще это футболка баскетбольного клуба баскетболистов-колясочников, где 70% это ветераны вооруженных сил Украины. Киевские львы, которые благодаря вам ездили на открытый чемпионат Литвы по баскетболу и привезли оттуда кубок и вот этот мяч с подписями. И передают вам огромное спасибо за донаты. Я их ролик с их спасибо в конце этого видео добавлю. Так что спасибо всем, кто подписывался, всем, кто не подписывался. Всем, кто не подписан, кстати, есть простая рекомендация. Подпишитесь прямо сейчас на канал Штельман, и вы не пропустите вот такие уникальные возможности помочь вот таким людям. Потому что когда мы помогаем таким людям, мы как бы вносим свой скромный вклад, а главное, нам потом на душе-то легче воспринимать вот такие статьи из «Экономиста». Если бы мы не помогали таким людям, я бы от такой статьи из «Экономиста» в обморок бы упал и лежал бы там, а так не лежу, так с вами разговариваю и общаюсь. И это, как выяснилось, многим помогает. Вот еще один пример того, как можно поднимать боевой дух, прислал сегодня Ваня Пух. Реально, мне сегодня Ваня Пух написал письмо. Не Винни-Пух, а Ваня Пух. Ваня Пух, значит, здравствуйте, Михаил, знаю, что у вас куча писем и дел, поэтому я кратко, честно, пионерская. Мы с женой ваши фанаты еще с тех незапамятных времен, когда у вас не было своего канала. Слушайте, Ваня Пух, я не помню времен, когда у меня не было канала, а вы с женой помните. Вот у вас память, у меня все-таки мне бы вашу память. И мы очень вам благодарны за ваш ежедневный труд, мы ценим вас за ваш замечательный аналитический ум, за искрометный юмор, за ваши периодические песни в эфире, и особенно за вашу искренность и отзывчивость. Спасибо, потешили мою самолюбленность. Мой нарциссизм. Спасибо, Ваня Пух. Так удивительно и необычно чувствовать настоящее искреннее человеческое тепло через экран планшета. Да, я стараюсь. Ну, в смысле, я стараюсь быть искренним. Это правда. Ну и теперь немного к делу. Меня увлекла идея стать частью Штельмании. Тем более, что проект у меня необычный и в онлайне, поэтому доступен всем желающим, независимо от геолокации. Внимание, чем занимается Ваня Пух, вы сейчас офигеете. Это вам не, да, необычная вещь. Онлайн-школа игры на этнических барабанах vanipuch.com. Я учу играть на африканском джембе, шаманском бубне, кахоне и глюкофоне. Игра на этих инструментах не только классное хобби, но и возможность соприкоснуться с музыкой, но и отличная антистресс-терапия, позволяющая легко снять напряжение и проветрить голову. Всем подписчикам канала Штельман я с радостью предоставлю скидку в 25% на все мои курсы. Вот так. Дай вам Бог здоровья и сил на вашем пути, и пусть ваш миллион станет не финишной ленточкой, но началом чего-то еще большего, что продолжит менять мир к лучшему. Любви наша и публичная демонстрация изменит что-то в мире к лучшему, правильно? Пела одна группа, а другая группа пела «Только мертвый афроамериканец не может играть в баскетбол». Зачем? Помните, я почему объединил эти две темы вместе? Зачем танцуешь под мои барабаны? Зачем поешь эту песню мне и так больно, да? В общем, ладно. А, это другая песня, но неважно. Короче, вот так немножко поднял нам боевой дух с этими барабанами. А тем более, что есть от чего поднимать боевой дух. Опять всю ночь Киев не спал. Вот, опять всю ночь в Киеве летало. Летало, летало, летало. И не только в Киеве, но в Киеве прилетело. 62 шахеда запустили россияне по Украине сегодня. 33 из них сбиты, 25 посажены при помощи, ну, локационно потеряны, скажем так, то есть подавлены РЭБами. Беларусь поднимала в воздух истребители, потому что мы им перенаправили какие-то шахеды, они там у себя в Беларуси сбивали. Но в Киеве пожар, в Соломенском районе попал еще один раз в Соломенском районе попал шахед в жилой дом. Там много очень раненых, но погибших, насколько я понимаю, нет.
среди раненых ребенок, человек 50 эвакуированных из этого пожарного дома. Вот так сегодня Киев не спал ночью из-за россиян. Вот теперь что поговаривают про будущее. Я думаю, сейчас многие киевляне, да и жители других городов, у кого вообще есть электроэнергия, живут вопросом, будет ли у нас электричество. Я, кстати, просил лайк поставить, нет, я забыл. Лайк тоже поставьте. Кто подписан, поставьте лайк этому видео. Кто не подписан, подпишитесь. Да. Все живут вопросом, что будет зимой с электроэнергией. Я думаю, все уже запаслись, кто мог, генераторами, аккумуляторами, чем вообще можно, свечами разного рода, которые можно в разные места засовывать и так далее. И вопрос, много сейчас прогнозов от Укрэнерго на тему того, сколько часов в день у нас не будет с вами электричества. И прогнозы эти все время такие, с развилочкой. Если будут новые удары, то одно. Если не будет новых ударов по электроэнергии, то совершенно другое. Тем более, если будут удары по атомным станциям, чему мы особенно опасаемся. Вот Financial Times опубликовала материал о том, что по данным Financial Times, Украина и Россия при посредничестве Катара возобновили переговоры о взаимном сокращении ударов, точнее о том, чтобы отказаться от ударов по энергетике, чтобы Россия не била по украинской энергетике, а Украина не била по нефтеперерабатывающим заводам в Российской Федерации. Ну, если это даже так, то это означает, что мы не зря, вот все было, ребята, не зря. Мы казались себе абсолютно беззащитными. Я прекрасно помню зиму 22 года. Самое противное было, что мы были беззащитны. Зима 22 года – это одно из самых, наверное, тяжелых, ну вот я же на фронте-то не был, одно из самых тяжелых переживаний в Киеве, реально бесконечная депрессия, потому что тьма, постоянная тьма, холод, это пурга и метель. Я даю интервью, стоя рядом с торговым центром, просто чтобы был какой-то интернет. С телефона даю, на улице минус 15. Это было вообще не весело ни разу. И очень не хочется. Но я не люблю два раза. Одно и то же. Ладно, этим летом они нам вырубили электричество, и было жарко. Но чтобы снова холодно и снова темно, тьфу на них. Тьфу на них, на этих россиян. Правда, не хочется. Но это означает, что вот тогда, зимой 22-го, казалось, что этому нет конца и края, потому что у нас не было ПВО, и мы понимали, как только наносится удар россиянами, все, у нас гарантированно на какое-то время будет полная беда со светом и с любой электроэнергией. Только за две недели наш починит или за неделю. Следующий удар, следующий. И ограничивала россиян в их попытке нас убить массово только то, сколько у них было ракет и самолетов. Больше ничего. Сейчас другая картина. Все-таки ПВО – это раз. И второе – это у всех генераторы. Это два. Ну и третье. Мы смогли за прошлую зиму расфигачить кучу их НПЗ. И все это было не зря. Вот тот, кто это придумал, спасибо вам, этот человек, где он там, не знаю, находится, в штабе ли в нашем, ли в главном ли управлении разведки. Кто придумал идею уничтожать российские НПЗ, вы спасли, я думаю, тысячи жизней, как минимум, тысячи жизней украинцев. Уже спасли. А десятки тысяч вы спасете, если действительно вот будет такая какая-то договоренность с Россией. Ну, типа, обменяем по бартеру их НПЗ на наши электростанции. Возможно. Все возможно в этом смысле. Что пишет Financial Times? Есть очень ранние переговоры о потенциальном перезапуске вот этих переговоров по энергообъектам. Якобы они же были, да, и типа Путин приказал их остановить, потому что мы зашли в Курскую область. Но тогда он идиот какой-то, у него логика не работает в голове, он кретин полный, получается, этот ваш Путин. Потому что переговоры были про что? Про энергетику. Мы что, обещали не заходить в Курскую область? В смысле? Какая связь? Если бы переговоры были о том, что и мы, и россияне выведут свои войска с чужой территории, ну тогда да. Но не об этом же были переговоры. Войска России находятся на территории Украины. Логично, что войска Украины находятся на территории России. Это как бы паритет, баланс. Хотите про это поговорить? Давайте поговорим. Мы выведем из Курской области, вы с оккупированных территорий Украины. Нормально. Но когда мы говорим про энергетику, чего вы придираетесь-то? Что за идиотизм? Не надо придумывать тут логику отсутствующую, да? Мы же не идиоты. Financial Times пишет, Киев и Москва ранее признавали, что прекращение атак на украинскую энергосистему и российские НПЗ было бы в их общих интересах. Дальше вдруг пишет, но Путин вряд ли согласится на сделку, пока российские войска не высадят украинские из Курской области. Подождите, какая связь опять?
Так а мы тогда что, не согласимся, пока не вытолкнем их из Крыма и Донбасса, что ли? В чем связь-то? Да. Ну вот еще интересно, что оказывается. А что, собственно, прошлую зиму-то мы так хорошо шиковали с электричеством? Четыре украинских чиновника, четыре разных украинских чиновника рассказали Financial Times, что осенью прошлого, то есть 23-го года, Украина и Россия заключили молчаливое соглашение о том, что не будут наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Вот так, век живи, век учись, все тайное рано или поздно становится явным. В общем, не знаю, вы за то, чтобы договорились или за то, чтобы не договорились? Да. Хорошо, а чем мы можем отвечать? Отвечаем мы пока дальнобойными беспилотниками по НПЗ. Нам их прибавляют еще, вот то, что нам дали 800 миллионов долларов, о которых писала «Экономист». Но, оказывается, мы просили тамагавки. И вот тут Шительману есть чем гордиться. Все-таки Шительман в каких-то вещах великий предсказатель. У меня такое ощущение, что я прям сочиняю целые направления в этой войне. Вот мне даже жалко, что я не придумал, что надо бить по НПЗ. Я все время говорил, давайте бить по военным училищам, и это мы сделали впервые позавчера. А про НПЗ я первым не придумал. И спиртзавода я тоже не изобрел, да. Но то, что я изобрел, что надо просить томагавки. Я это сказал прошлым летом, что следующим этапом будут ракеты томагавк. Я прямым текстом называл их. Надеюсь, вы помните. И действительно, оказалось, что в тайной части плана победы мы просим у США ракеты томагавк. Да. По словам неназванного высокопоставленного чиновника, Нью-Йорк Таймс сообщает, Зеленский попросил томагавки как составляющую неядерного пакета сдерживания одного из пунктов предложенного плана победы. А это был, да, такой третий пункт, неядерный пакет сдерживания. Томагавки могут поражать цель на расстоянии более 1500 километров. Ну, сейчас уже пришли сведения, что 2400, потому что разные модификации. Что в 7 раз дальше, чем атакамсы. Вот так. Собеседник Нью-Йорк Таймса, чиновник США, охарактеризовал просьбу Киева как абсолютно нереалистичную. Ну, знаете ли, нереалистичную цель. А то, можно подумать, получить от вас артиллерию было реалистичной целью. Да, крупнокалиберную. Вы же нам собирались только это давать. Чего? Каски, правильно? А то, можно подумать, от вас получить танки было реалистичной целью. Или хаймарсы было реалистичной целью. А может быть, F-16 было реалистичной целью. А может быть, планирующие французские бомбы или миражи. Это все было реалистичной целью? Нет. Вот и томагавки тоже придут. Потому что у томагавков есть, конечно, свои преимущества. Томагавк, он был участником всех войн, начиная с 1983 года, когда был принят на вооружение. И американцы бомбили томагавками и Ливию, я помню, бомбили томагавками. И Сербию бомбили томагавками, и Ирак бомбили томагавками. То есть все войны – это основная такая боевая ракета. Потому что она запускается с чего хочешь. Можно запускать с корабля, можно с самолета, можно с земли. Нам бы с земельки, пожалуйста, потому что самолетов у нас мало, а кораблей пока нет. Пока нам Британия не дала подводные лодки, до этого мы тоже дойдем, но давайте сначала получим томагавки. Стоимость ракеты – в 2014 году 1,45 миллиона долларов, в 2020 1,7. 1,7 миллиона долларов. Ну, давайте сравним. Ракета Storm Shadow стоит миллион долларов, стоила в начале войны. Сейчас, я думаю, при нынешней инфляции тоже те же 1,3-1,4. Это 1,7, но летает-то до Урала. Но в Москве-то можно точечно бить по конкретным военным заводам. И уральским военным заводам можно бить точечно. Представьте себе, если мы располагаем этими ракетами. Это тогда вот эти сообщения, которые мы получаем каждое утро, просыпаемся, смотрим, сожгли нефтебазу, сожгли спиртзавод, военное училище, вау, грейт, да? Или как там сегодня, вы, наверное, знаете, что вчера вечером мы в Луганске разбомбили большущий склад с боеприпасами, он детонировал бесконечно в этом Луганске, сколько там чего и сколько там по кого полегло, даже приятно представить. Вот когда говорят, мне страшно представить, говорят, приятно представить, сколько там полегло проклятых российских оккупантов. Вот, а теперь представьте, что мы можем по разным городам России, по Петербургу, да, Балтийский завод, пожалуйста, приготовиться, Кировский завод, приготовиться, всем приготовиться, получить свои томагавки. Ну, а как вы думали, томагавки будут розданы всем сестрам по серегам. Ну, действительно, если бы мы каждое утро узнавали не о том, что мы сожгли
Там, да, важно. Мы сожгли там 5 цистерн, колонну, там, не знаю, с нефтью. А вместо этого мы разрушили мост через реку Урал, мост через реку Волга, мост через Неву. Уничтожен, да? Каждый день по мосту так бум-бум-бум томагавками. Американцы томагавками бомбили мосты в Белграде. Каждый день по мосту. И мы сможем каждый день по мосту. Поэтому, пожалуйста, с томагавками вы уж подсуетитесь. Нет, ну раз вы не смогли обеспечить, это ваш долг, дорогие товарищи американцы. Вы не смогли обеспечить нас вооружениями, не смогли обеспечить выполнение Будапештского меморандума, который вы обязались, что это все будет. И сейчас, вот Остин говорит, Россия не достигла и не достигнет своих целей. А экономисты нам пишут, что нет такого подтверждения на поле боя, потому что нет нужных боевых средств. А что Байден? А Байден, заметьте, вчера тоже. Ну вот ему попросили томагавки. Что вместо этого Байден? Если северокорейские войска войдут на территорию Украины, Украина должна их атаковать. Вы поняли, в чем подвох? Ага. У Байдена спрашивают, прямо спрашивают. Вот скажите, Украина должна бить по северокорейским войскам? Говорит, если они перейдут границу с Украиной, то да. Подождите, а если не перейдут, мы что, должны специально дожидаться? А вы же дожидались, пока Усама бен Ладен прям приедет к вам в Нью-Йорк? Или все-таки чпокнули его где-то по дороге? А вы же дожидались, пока генерал Сулеймани со своим войском войдет в Филадельфию? А вы дожидались, пока Слободан Милошевич ведет войска в Лос-Анджелес? По-моему, не дожидались. Почему мы должны дожидаться? Тем более, я посоветовал бы в данном случае президенту Байдену, пусть и за неделю до окончания, ну, не до окончания его срока, конечно, но за 6 дней до президентских выборов хотя бы ознакомиться все-таки. 6 дней всего до выборов, а он до сих пор не ознакомился с правилами ведения войны, Женевской конвенции. Любой, кто сегодня на территории России одет или надет, мне плевать совершенно в данной ситуации, в военную форму, является легитимной военной целью. Сам он ее на себя нацепил. Или ему выдали. Это не важно. Он легитимная военная цель. Поэтому любой северокореец, пока он в Северной Корее, он не военная цель. Но как только он в России, он легитимная военная цель. А вот как только мы первого северокорейца встретим у нас, на фронте, так уже любой северокореец, в Северной Корее станет легитимной военной целью. Чувствуете разницу? Вот если хотя бы один северокореец пересечет границу Украины, то на территории Северной Кореи все военные северокорейцы становятся легитимными военными целями. Байдену следовало бы, ей-богу, эти законы почитать. Кто рядом сидит, сообщите там, пожалуйста. А то ведь опять, вот второй день подряд, говорю, приходится опираться на, так сказать, силы самих россиян, на то, что они самовыпиливаются и самоустраняются. Сначала чпокнули майора, помните, вчера рассказывал, да, как солдат просто прибил майора, пристрелил, как, понятно, бешеного кого. Кстати, пришли сегодня новости, что, оказывается, этот майор еще и коллаборантом был раньше. Ну, это ладно, это уж детали, какая разница. Россиянин, он и в Африке россиянин. А, значит, вот еще одна история пришла уже от какого-то там российского пропагандиста из Донбасса. То приходит, значит, офицер, тут его убивать не собирались. Приходит русский офицер забрать своих солдат, которые прячутся в каком-то подвале под обстрелом. И он реально приходит их забрать. А они думают, что это уже наши пришли их брать в плен и стреляют в него. Прибили этого офицера. Ну, как говорится, бывает friendly fire, дружественный огонь. Но что вы думаете, они его раздели догола, потому что труселя-то хорошие у офицеров, а у солдатов-то похуже, сапоги хромовые, труселя приличные, небось майка Кельвин Кляйн. Ну, понятно, правильно сделали, что раздели. В хозяйстве-то пригодится, а мертвым уже какая разница. Но приятно, приятно узнавать о таких подробностях. Каждый русский офицер должен знать, что кончит он голым на украинской земле, раздетым собственными солдатами. Это хорошо. Вот еще один такой, значит, пацанок, 21-летний Илья Киреев, Белгородская область. Его хоронили в Старом Осколе. Хоронили несколько сотен человек. Буквально на днях несколько сотен человек. Его призвали на срочную службу в 234-й полк ВДВ в Пскове в ноябре 23-го года. В мае, как и других срочников, перебросили в Курскую область строить блиндажи. Близкие Киреева рассказывали, что он сбивал дроны и ждал помощи во время наступления ВСУ, а также планировал до конца драться, потому что ему не хотелось бы в таком возрасте так отъезжать. Однако 14 сентября его с другими солдатами отправили забирать тела погибших, и он подорвался на мире в Глушковском районе 14 сентября. И вот, во-первых, значит, похороны прошли вот только что, неделю назад, собрались сотни людей, то есть смотрите, вот это, я посмотрел фотографии,
Это мне напоминает уже по-настоящему проводы погибших в Афганистане. В мое время, в моей молодости, в моей юности. Когда приходили гробы из Афганистана, то у нас каждый двор знал об этом, потому что во дворе были друзья у этого человека, родственники и так далее. И у нас во дворе собиралась толпа, когда погибал кто-то в Афганистане. И это, я думаю, стало тем самым гражданским протестом, по сути. Открытого не было, но вот был такой. Сотни людей. Потому что срочники. Потому что не вот эти бесхозные алканавты, которых посылают в бой, а срочники, у которых есть мама, есть папа. Но, к сожалению, мама вот этого срочника не оправдала наших надежд. Вместо того, чтобы проклинать сейчас Путина и, так сказать, бороться со всем этим, знаешь, что она сказала? Цитирую. «Я отдала ребенка в армию для того, чтобы он сделал себе будущее. Имел военный билет, а мне привезли груз 200. Они уехали не воевать, они уехали помогать строить. Почему не вывезли? Вопрос, кто понесет ответственность?» Вот какие тупые там, да, вот просто дегенеративные женщины, да, живут в России, вот эти матери-солдат. В смысле? Они ехали не воевать, а помогать строить. Он в военной форме был. Он в военной форме, в форме армии агрессора, который возглавляет Путин, человек, который международный преступник и скрывается от правосудия. Которым начальник генштаба скрывается от правосудия за военные преступления. Которым командующий флотом, командующий авиацией скрывается от международного правосудия. На них выданы ордера на арест. Она отправляет своего ребенка в преступную организацию. Абсолютно преступную. И рассчитывает, что, чтобы он сделал себе будущее. То есть, чтобы он в будущем тоже смог стать разыскиваемым военным преступником. Правильно? А ей привезли груз 200. Да пусть поблагодарит украинскую армию за это. Просто поблагодарит, что вырос у нее, как помните, пусть у меня будет, лучше не будет сына, чем будет сын международный уголовный преступник, разыскиваемый Гаагским трибуналом. Ну, логично же, нет? Вам оно надо было? Наоборот, украинская армия нанесла по нему гуманитарный удар, и он не успел стать разыскиваемым убийцей. Спасибо, надо говорить украинской армии в таких ситуациях. Вот еще из сообщения из Российской Федерации пришло сообщение, что в Иркутске не хватает водителей троллейбусов, потому что они уходят на СВО, зарплаты маленькие, а значит, на войне-то зарплаты гораздо больше. У нас, вы знаете, в Киеве давно не хватает водителей троллейбусов, и троллейбусы стали ходить реже, и маршрутов стало меньше, потому что у нас уже давно все водители троллейбусов ушли, только не на СВО, а на войну против россиян, отражает российскую военную агрессию. В Иркутске намечается дефицит водителей троллейбусов. То есть прав Вашингтон-Пост, прав экономист, я для этого прочитал вам эту новость. То есть все-таки это все правда. Ну вот наконец-то пришла хоть какая-то смешная, комичная, но приятная новость про Росатом, корпорацию санкций. Помните, да, такую? Сколько раз мы переживали, почему не назначают, почему не объявляют санкции против Росатома, против организации, которая оккупировала две украинскую атомную станцию, одну нам удалось отбить, Чернобыльскую, но запорожскую Росатом продолжает оккупировать, которая лично занималась издевательствами над украинским персоналом, что отмечено в докладе МАГАТЭ. Какого черта нет против них санкций? И вы знаете, я в Росатоме знал всего одного человека. Ну как, не лично знал, а вот по телевизору видел. Андрея Черемисинова. Есть такой чувак, кто узнает фамилию, кто смотрел когда-нибудь «Что, где, когда», то он там защищал права знатоков. Этот Андрей Черемисинов представлял организацию Росатом, которая... международных преступников и террористов атомных. И вот этот один из представителей международных атомных террористов выступал в передаче «Что, где, когда», где остались только такие же негодяи, как он сам. Вы знаете, вчера умер. Неожиданно просто взял и умер. Да, 55 лет, о как. А взял и умер. Смешно. Да нет, я понимаю, что нам от этого ни жарко, ни холодно. Но вот единственного я знал из Росатома, он умер. Назначайте следующего. Нечего работать на международных террористов, конечно, да, но тем более на тех, которые устраивают атомный террор в Украине. Ну и удары по спиртзаводам, видимо, тоже дали свой эффект. Вот нам сообщают, что в Волгоградской области алкоголь будут продавать только 2 часа в день с 12 до 14. Я сам охренел, типа, это что? Это почему алкоголь будет с 12 до 14? Слушайте, во время всяких вот этих горбачевских ограничений алкоголь продавали, по-моему, с 2 до, вот не помню, до 9, но с 2. То есть при Брежневе с 11, а при Горбачеве, типа, борьба с алкоголизмом с 2 до 9, но 7 часов в день. А эти уже 2 часа в день. И оказывается, это первая только ласточка, оказывается, в Госдуме сейчас обсуждают, что действительно сократить продажу алкоголя.
То есть, видимо, у них просто кончилась водка. У русских водка кончилась. Все, туши свет, сливай масло. Будут скоро у таксистов покупать. А в Uber есть уже? Не, у них же Uber-то нет, естественно. У них в этом Яндекс.Такси есть услуга водитель с водкой? Я очень рекомендую Яндекс.Такси. Вы заработаете, вы обогатитесь, вы заработаете миллиарды долларов. Хотя долларов вам не дают, миллиарды юаней. Не, юани вам тоже не дают. Миллиарды зимбабвийских псенго. Заработаете на том, что у вас будет услуга водитель с водкой. Кнопку введите, вам только водку надо отвезти. Можете даже взять у Илона Маска, купить вот эти безводительские такси, так сказать, да, потому что водитель сам никуда не нужен, ехать все равно не придется, чисто водку отвезти. Да, по 25 рублей. Блин. Ох, ну пока американцы тут мычат и терятся насчет томагавков, нам Хорватия дает по договоренности с Германией 60 танков и БМП. Но это большая сила. Согласно меморандуму, Хорватия выразила готовность поставить 30 танков типа М84 и 30 боевых машин пехоты типа М80, а также запчасти и боеприпасы к ним в обмен на финансовые ресурсы для покупки 50 танков Леопард-2А8. То есть Германия дает скидку хорватам на покупку новых танков, они старые танки отдают нам. Ну, хорошо, чего же нет-то. Мы всегда возьмем, мы всегда за. Северная Европа. Не зря слетал наш президент Зеленский в Исландию. Мы-то удивлялись, зачем так далеко лететь. А он летел не просто так. Там проходил саммит северных стран. И на этом саммите северных стран Северная Европа объявила, что заинтересована вкладывать в оборонную промышленность Украины. Это заявили премьер-министры Исландии, Дании, Норвегии и Швеции. Сейчас страны Северной Европы уже выделили 195 миллионов евро на закупки в оборонной промышленности Украины. Сверхприбыли от обездвиженных российских активов могут быть одним из возможных источников финансирования таких инициатив, отметили премьеры четырех государств. Дополнительно подтвердили решимость и дальше поддерживать и усиливать обороноспособность сил обороны Украины в борьбе за безопасность и мир в Европе. Напомним, еще в июне Украина и Дания подписали меморандум о закупке этим государством Дании техники у украинских производителей. То есть, что произошло? Да, кстати, 28-го, это позавчера, Швеция заявила, что 20 миллионов евро на эти цели выделяет. Что это такое, что к чему? Это означает, что они нам передают не только технику, датчане и так нам передавали свои самолеты, шведы свои танки и самолеты тоже, самолеты радиолокационной разведки, то есть все свое они и так далее. А теперь они дают деньги нашему Министерству обороны, чтобы Министерство обороны разместило заказ в нашей же оборонной промышленности, чтобы наши люди, наши производители, наши рабочие, инженеры, технологи произвели наши танки, самолеты нет, конечно, но беспилотники, ракеты. Вот и все, за все это платить будет в данном случае Швеция, Дания, Исландия. Вот так. Вот такой просто так прошел саммит. Это, мне кажется, самая логичная формула сотрудничества. Так, ну еще дополнение к двум вчерашним новостям. Нуждаюсь в этих дополнениях. Одно это про госпожу Колесникову. Помните, я вчера рассказывал про женщину, которую арестовали в Крыму россияне за то, что она донатила на ВСУ, купив NFT-марки. Ну вот мне написали справедливое письмо из Крыма люди, тоже наши зрители из Крыма, что слушайте, ну раз она ехала в Крым, адвокат из Ирландии, это Колесникова, и поехала в Крым на похороны матери, то весьма вероятно, это не факт, но это вероятно, что она гражданка Украины. И если она, почему я не подумал об этом, честно скажу, каюсь, потому что я-то эту новость узнал из российских СМИ, из «Медузы», и от каких-то российских правозащитников, что они сейчас за нее там борются, за эту Колесникову, которую арестовали и посадили в тюрьму сейчас россияне. Так вот, тут действительно раздваивается ситуация, что если это гражданка Украины, то есть фактически человек, депортированный из Крыма россиянами, то а как она еще могла попасть в Крым, да, называется, кроме как через Россию, и вряд ли это наказуемо. И тут я прошу прощения у Колесникова, если она гражданка Украины, что я вчера подчеркнул, что человек жертвовал нам деньги, поэтому это хороший человек. Но человек совершил, как говорится, неправильный поступок, сказал я, пересекая границу Украины, незаконно пересекая границу Украины. Если она гражданка Украины, прошу прощения. Если она гражданка России, то прощения не прошу. Вот такое прощение Шрёдингера получается. Да, ну а если она, кстати, гражданка Украины, то теперь ее придется нашим уже освобождать. Но в любом случае, наши граждане Украины, вы, пожалуйста, в Крым-то не ездите. Даже если вы из Крыма, посмотрите, что с вами будет. Вас будут использовать как заложников потом. Нам на кого-то это выменивать. Я понимаю, что там умирают родные, все что угодно, все происходит.
Но это война, у всех умирает кто-то. Ну, правда. И вторая новость – это вот про разбомбленный университет в Гудермесе, который мы разбомбили. За последние сутки кучу заявлений на эту тему сделал глава Чечни Рамзан Кадыров. И, в общем, лишний раз доказал, что с россиянами воевать по правилам – это, как говорится, себя не любить. Так что он сказал? Сначала сказал, там никто не пострадал, вообще пострадавших нет. Потом вдруг говорит, там погибли 10 украинских военнопленных, потому что мы на каждом объекте важном в Чечне разместили по 10 украинских военнопленных. То есть чувак просто говорит, мы абсолютные военные конченые преступники, которые размещают украинских пленных на разных объектах, чтобы их не бомбили. Ну, такого никто, мало кто делал, только не знаю. Какие-нибудь террористы так делают. Террористы, кстати, да. Террористы так делали. Вот, правильно. Он мне напомнил сейчас Синуар. Помните, хамасовский лидер Синуар, который привязывал к себе 6 израильских заложников, чтобы его не смогли взорвать израильские спецслужбы. Представляете, насколько похожа вся ситуация? Ну и потом Ксения Собчак, собственно, сообщила, что, скорее всего, намекнула, что, скорее всего, он просто их расстрелял, этих военнопленных, и что это такой ультиматум. Или не расстрелял, а просто угрожал расстрелять, что это ультиматум Кадырова Украине, что, мол, если вы будете бить по беспилотникам по моей территории, не по россиянам бейте, россиян не жалко, эти бешеные собаки. Чеченцам как бы неинтересно совершенно. А вот если вы будете бить по моей Чечне, то вот так я буду себя вести. Я правил не признаю, войны с вами не веду и так далее, и так далее. Ну, вот такая вот от него реакция. Ну, запишем в общий список. Там уже этот список в Международном уголовном суде, он растет и ширится, как говорится, некуда его уже девать. Иногда меня спрашивают, вот во время последнего стрима спрашивали, Михаил, а почему вы не за ФБК и не за Навального, ведь они постоянно за Украину? Ну, мне хотелось ответить, но я не успел. Честно, не хватило времени в воскресенье на стриме. Кстати, чтобы не пропускать мои стримы, подпишитесь-ка сейчас, ребят, на канал Штриман. Я думаю, время уже пришло. 530 тысяч подписчиков. Я думаю, пришло время 531 тысячи. Подпишитесь на канал Штриман и не пропустите в воскресенье 19.00 стрим. Вас тогда YouTube предупредит. Но! И лайк поставьте сейчас. Лайк. За каждым слежу, да. Но вот спрашивали, а что это вы так не поддержите Навального, не поддержите ФБК? Вот про весь скандал с ФБК сейчас ничего говорить не буду, что-то сказал, что-то еще где-нибудь на других эфирах скажу. А скажу про Навальную. Вышло ее интервью изданию Die Zeit в Германии. И вы знаете, вот это интервью четко показало, объяснило, почему я ее не поддерживаю. Во-первых, что интересно, в этом интервью ее назвали новым лидером российской оппозиции. Вот это меня, знаете, чем удивило? Что в России что президент самопровозглашенный сам себя назвал, что лидер оппозиции самопровозглашенный. Потому что Алексей Навальный был легитимным лидером оппозиции, поскольку его выбрала оппозиция. У них были выборы Координационного совета оппозиции, который он выиграл, занял первое место. Поэтому логично было, что он лидер оппозиции. А Юлию Навальную никто не выбирал. Да? В лидеры оппозиции. Так вот, у нее стали спрашивать про Украину. Там большая часть интервью была про Россию, это нам не интересно, что там будет с Россией в этом смысле. Но. У нее все время война Путина. У нее спрашивают, скажите, поставки оружия Украине были правильным решением? То есть, заметьте, поставки оружия Украине. Не право бить вглубь территории. Поставки оружия сами Украине, это правильно или нет? Она говорит, сложно сказать. Сложно ей сказать, правильное ли решение поставки Западом оружия в Украине. Знаете, почему сложно сказать? Бомбы поражают и россиян. В смысле и? Я здесь только одно не понял. Союз и я не понял. Что значит и россиян? А кого еще они должны поражать? Что значит и россиян? Бомбы должны поражать только россиян, но теперь еще северокорейцев. Или она имела в виду и россиян, что не только северокорейцев? Россияне, напомню, напали на Украину, поэтому бомбы предназначены уничтожать россиян. Как бы логично, нет? Как бы капитан Очевидность мог бы это подтвердить вам из любого Пентагона? Бомбы поражают и россиян. Дальше говорит. Война была развязана Владимиром Путиным, но бомбы попадают и в россиян. Война была развязана Владимиром Путиным, может быть. Но войну ведут миллионы россиян, поэтому по ним попадают бомбы, да. Я уже перечислял эти миллионы. И те, кто на фронте, и те, кто производит оружие, 3,5 миллиона человек. Про них вообще что-то Юрий Навальный ничего не говорит.
А дальше говорит, тем не менее, ответ должен быть однозначен. Все российские войска должны быть немедленно выведены с территории Украины. Ну, слава богу, что без оговорок. Слава богу, что не как Кац, который говорит Крым на потом. Да? Вот. Но дальше, говорит, война должна быть немедленно прекращена. В будущем Россия знает, что она сделает. Она должна перед Украиной извиниться. Извиниться. То есть сказать, ну, простите, пожалуйста, нехорошо, сука, получилось. Извиниться должна Украина перед Россией. То есть не репарации выплатить 3 миллиарда долларов, не покрыть весь ущерб, не вылечить всех больных, не взять на содержание всех инвалидов, теперь пожизненно, естественно, не восстановить всю энергоструктуру, не оплатить всему миру все убытки, которые понес весь мир, в том числе вот эти бомбы, которыми уничтожали россиян. Конечно, Россия должна заплатить за них. Не выдать всех военных преступников, извиниться. Ой, простите. Да-да-да, конечно, конечно. И еще одну российскую тему, пожалуй, затрону сегодня. Коротенько. Будем этим заканчивать. Вы, Елена, простите меня, я вам обещал про американские выборы, но в следующий раз расскажу. Сегодня не помещается явно этот выпуск, эта тема. Так вот, все-таки с россиянами есть какая-то у них что-то встроенное. Помните, я вам рассказывал про такого Черчесова? бывший тренер сборной России по футболу, ныне тренер сборной Казахстана, который уже дважды нахамил казахам, сборную которых он возглавляет, когда ему задавали вопрос на пресс-конференциях на казахском языке, он в ответ хамит. Первый раз это как бы его заставили извиняться, он извинялся, сказал, что учит казахский, второй раз на него наложили штраф. Но вот в России нашелся комментатор, прямо один из них самых знаменитых комментаторов российских, Константин Генич, прям звезда местного комментирования, который сказал, что оказывается, говорит, этот вопрос Черчесова был провокационный, потому что как может журналист задавать вопрос на казахском, зная, что Черчесов не знает казахского? Я такой подумал, подождите, а вот когда в России работал тренером Фабио Капелло у сборной России, то ему что, все задавали на итальянском вопросы? Или задавали на русском? Они же знают, что он русского не знает. А дальше переводчик переводил. Задавали на местном языке. Казахский, напомню, это местный, государственный, вообще местный язык. На нем и задавали. А на каком надо было спрашивать Черчесова? Вот они такие умные, они прям реально. У Фабио Капелло все спрашивали на итальянском, а, видимо, у Дика Адвоката, который тренировал сборную России, видимо, все журналисты России выучили фламандский и спрашивали на фламандском. Нет, хрен из два, они по-русски у него спрашивали. Так вот дальше этот Генич назвал это все провокацией, назвал казахский язык быдлячим, а казахов самовлюбленным народом, который выпячивает этот свой язык. Вот так, пусти россиянина в приличную страну, и вот что получишь. Потом Генич пришлось извиняться. Я был неправ, не думал, что будет такая реакция. А что это не думал? Нахамить в соседней стране и не думал, что такая реакция? Приношу извинения всем, если кого задел своими неосторожными высказываниями. Ну, кого? 20 миллионов казахов задел своими неосторожными высказываниями. Ни больше, ни меньше. А знаете, почему извинялся? А боится, что не пустят потом в Казахстан. А то у них однажды другой комментатор был. Вот я вот сейчас не вспомню, как его же фамилия там. А, Рустамян, значит, да? Нобеля Рустамян. И он поехал комментировать соревнования в Нагорный Карабах, в оккупированный Нагорный Карабах. А потом вся Россия возмущалась, почему его не пускают на чемпионат Европы в Азербайджан. В смысле? Он на оккупированной территории приезжал. И знаете, что россияне устроили крик? Это по национальному признаку. По какому национальному? Ты принимал участие в важном преступлении, да, в оккупации Азербайджана. Потом они недовольны. Ну, хорошо, все, у меня осталась одна минута, поэтому... Очень быстро, очень быстро. Маша из Николаева, художница с двумя собаками. Художница с двумя собаками. Мой папа смотрит вас, рассказал про Шетельманию. Я пишу милые картины маслом. Действительно, там собачки такие и так далее. Хочу подарить маленькую дольку уютности. Даю скидку 20% на свои картины. Ольга предлагает скидку 10-20% на массаж в Киеве. Галина, нутрициолог. Видимо, что-то про питание. Да? Женский нутрициолог. 10% скидки на свои услуги. Марина, она торгует американской мебелью и декоративными аксессуарами из Голландии, посуды из Германии и Италии. И вот у нее сейчас остался большой склад, который она распродает. Причем знакомым ветеранам дарит какую-то посуду, текстиль, мебель в дом, кому вижу, что надо. Ну, а все остальное сейчас будет продавать за 20% скидки от закупочной цены. Юлия, юрист из Полтавы, предоставляет юридические услуги, защищает права граждан. Для подписчиков канала Штельман делает скидку 20%. Полтава, напомню, город Полтава. Ну и последнее, Наталья, она занимается эмоциональным интеллектом.
Хочу обратить внимание на проблему украинских детей, которые вынуждены были уехать из Украины с мамами. Я тренер-психолог онлайн-школы эмоционального интеллекта и также работаю как частный преподаватель. Мои ученики – русскоязычные дети со всего мира, и в большей степени это украинские дети с эмоциональными проблемами. Многим детям тяжело дался вынужденный переезд. И почти все они хотят домой, к отцам, родственникам, бабушкам и дедушкам. Их часто булят в новых заграничных школах. Им тяжело учиться на новых иностранных языках. Многие жалуются на головные боли. Ну и куча цитат из писем. Поэтому хочу от себя предложить подписчикам канала Штельман бесплатную консультацию и скидку на занятия эмоциональным интеллектом со мной как частным преподавателем 50%. Вот так помогаем друг другу, чем можем. Всем пока, завтра встретимся. Дорогой Михаил, благодарю вас от всего сердца, от всей души за то, что вы откликнулись на нашу просьбу помочь ребятам побывать в этом мире. Огромное спасибо всем вашим зрителям за то, что они дали возможность такую задонатить ребятам нужную сумму. Вот ребята приехали, и мы хотим вас отблагодарить за вашу доброту, за ваш труд и за вашу такую жизненную позицию помогать тем, кто действительно нуждается в этой помощи. Мы для вас приготовили вот такой подарок. Сейчас все ребята его подпишут, и мы вам его передадим. Ваш музей Штельман. Ми хочемо дійсно вкотре висловити подяку саме вам, наш новий шановний друг Михайло Штельман. Вам та вашим підписникам, вашим каналам. Бо дійсно, тільки завдяки вам поїздка хлопців до Литви стала можливою. Дякую. Михайло, благодарим вас, що ребята съездили на турнір. И ребята вас все благодарят за данную возможность. Но знаете, что в этот момент вы были у них не просто в сердцах, но и на сердцах. Спасибо вам большое. Ваш логотип также присутствовал на турнире в Литве. И одну из этих футболок мы вам с удовольствием подарим. Спасибо вам еще раз огромное. Дякуємо! Дякуємо! Спасибо! Слава Україні! Героям слава!